Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем Sniper 2. Кто он там? Ну их хрен с ним. Призрак там. Так, один игрок, основная компания. Продолжить. Из ниоткуда. Дислокация Филиппины. Время 24:00 по местному. 6 дней назад. Агент Диас, не хотите подробнее остановиться на записи с радара, который вы недавно разжили? След, который мы взяли 3 месяца назад, запалили. Это случилось после того, как организация решила ввести туда небольшую контртеррористическую группу, чтобы найти украденный патоген. Вскоре связь с ними оборвалась. И их признали погибшими. И ты нам об этом рассказываешь только сейчас? Запрашиваю разрешение пойти в обход, чтобы найти и вытащить нашего человека. У него могут быть ценные разведданные. Задание все то же. Занять позиции и приготовиться к штурму отеля. Юниформ, конец связи. Всем группам проверка связи. Ну да. Рейзер 32 слышит вас четко и громко, юниформ. Это 31-й, слышу вас хорошо, прием. У нас дополнительная задача. 31-й должен занять позицию комплекса, где предположительно удерживают нашего человека и ждать поддержки Андерсона. Поясняю. Если не сможете найти этого человека, спасательная операция отменяется. У нас совершенно нет времени играть в прятки и искать призраков. Андерсон, наш офицер по связи, лейтенант Венс, поможет тебе с выбором маршрута. Поскольку радар выведен из строя, мы теперь можем запустить беспилотник. Итак, тут показано, где он. Вот он. С кем-то по телефону разговаривал. Эй, придурок, посмотри вокруг. Ты на чертовом вонючем острове. И тут некому сбывать вещи. Так, оборвали ему связь. Кто тут? Есть, сэр. А, вон они ходят. Там все в порядке. Есть что-нибудь? Все тихо. Потихонечку, подожди. Проверь все посты. Конечно. Так. Двоих сразу. Ну это вот неплохо. Нормально уделали их. Блин. Вовремя стрельнул. Должен был как-то обойти, да, их посюда. Они там пройти, а я посюда вот спуститься и уйти. Ну я убрал их, чтобы не оставлять за спиной. А, немножко осталось. Осталось ждать совсем немножко. Давай пробежимся немного. Опа. Отдышка. Тут как-то можно было посюда пройти, что ли? Ладно. Об этом потом. Че, вручную его? С ножа. Снайпер. Хоп. Притаился здесь говнюк. Давай займем снайперскую позицию. Рейзер 32 на месте. Я вас вижу. Вижу вас, 31-й. Поддержка готова. Ожидаем вашего сигнала. Найди нашего парня Андерсона. Осмотри район, 32-й. Тут есть несколько зданий, в которых может находиться цель. Ну, выполняю. Сейчас посмотрим. Там есть здание, которое похоже на ресторан. Ну, мне так показалось. Поблизости четверо. Незаметно, чтобы они наблюдали за чем-то конкретным. Заложника бы охраняли получше. Они профессионалы, смотри повсюду. Ну, подождите, подождите. Вижу яхту, стоящую у причала. Все спокойно, наверное, уже разгрузились. Так. Я вижу там 9 противников. Ну, до хрена народу. Заводимся. Продолжай осмотр. Один Ми-17 на вертолетной площадке. Поблизости от него 4 цели.
Нужное лицо не обнаружено. Прием. Вот дерьмо. Давай, еще что? Есть. 1200. Подтверждаю присутствие вот нужного лица. Большой номер со стенами из стекла, северо-западная часть комплекса. Рейзер, ты можешь определить его состояние? Так точно. Что, на колени стоит? Жив, его сейчас обрабатывают. Рекомендую немедленно его вытащить. Группам начать штурм с освобождением заложника. Действуйте быстро и незаметно. Без недочетов. Все понял, Юниформ. Всем проверить оружие и приготовиться. Сейчас мы сорвем им вечеринку. Так, я-то что, с этого места должен прикрывать вас? Я обнаружил несколько сложных мест на пути к цели. Когда будете поблизости, постараюсь вас провести. Принято. Мы приземлились. Приближаемся к первой горловине. Келлер, если разделимся на две команды, то сможем передвигаться более скрытно и охватить большую территорию. Идет. Николс, пойдешь с Диазом. Гомес так. Со мной. Где? Мы подойдем к зданию с двух разных сторон. Хорошо. С двух разных сторон. Контакт. Дозорный вышел из лодочного сарая. Никола со мной. Андерсон, без нужды не стреляй. Да я не вижу даже его. Попробуем все сделать по-тихому. Лодочный сарай, где он? Опаньки. Это и он и был. Какая прелесть. Свободен, продвигаемся. Мы у длинной лестницы. Вижу. Снайпер на вершине здания ее прекрасно просматривает. Сними его. Принято. Прямое попадание. Конечно, я старался. Вверх, нужно спешить. Иду дальше. Ладно, привал. Вижу. Да, конечно. Давай отчет. Снимем их одновременно. Давай. Итак, 3, 2, 1. На. Отлично, все получилось. Ты кто-то стреляешь, что ли, еще? Рейзер 32, мы застряли. Два снайпера в самой западной точке острова, на уровне крыш. У них так. Под носом не пройти, запрашиваю поддержку. Цель номер один уничтожена. Теперь заражусь. Нормально. Там сейчас полная задница. Две группы противников на уровне земли и повыше. 5 человек. Тех, что выше, нужно уничтожить в первую очередь. Ждем, пока все зачистишь. На. Стой. Убийство подтверждаю. Теперь нейтрализуй второго. Пузо. Все шито-крыто. Понял тебя. Перезаряжаю. Что нужно сделать с остальными? Твоя цель на корме лодки. Жду тебя. Давай. Не вижу, вижу. Тут главное отдышка, чтобы это не было. Твоя отдышки. Честь. Понял, иду дальше. Не спешить, не спешить. Говорит Диас, мы у вертолетной площадки. Андерсон, 3 цели, жду тебя. У нас неудобная позиция, так что определяйся сам. Попробуй снять. Внимание, пилот вертолета полез куда не надо. Да. Неплохо. Блин. Есть. Так хорошо, вот. Хорошо, южный проход чист. Последняя горловина. Нам не помешает помощь. Нужно снять парня в самом здании. Он смотрит во двор. Нужно, чтобы он исчез. На. Испарился. Убийство подтверждаю. Видишь солдат, которые разговаривают? Да-да. Убери любого. Выполняю. На. Неплохо. Так и вы тоже неплохо сработали. Цель слева. На. Мы на месте, готовимся к штурму. Диас, как дела у вас? Нормально. Так, нам, ну давайте. Лучше будет разделиться. Если мы не уменьшим их силы до штурма, потом нас могут просто раздавить. Так и так вроде перебили всех. На вертолетной площадке я заметил большую цистерну. У тебя ведь найдется пара клеймеров. Я понял твою мысль. Мы заминируем лестницу. Ты немного пошумишь, Келлер. План вроде нормальный.
Как только мины сработают, отправимся на место. Хорошо, Коул, ты дирижируешь. Концерт начинается по твоей отмашке. Начали. Неплохо. Начали. Все, пошли. Погоди немного. Бум. Одним махом мы в игре. Давай, давай, давай! Врываемся и зачищаем. Так. Где со мной? Наши. Головы под огнем, стреляйте! Да подождите вы! Эндерсон, огонь, огонь! Блин. Огонь. Вперед. Последний, нет? Сколько вас там? Хорошая работа. Идем. Хорошая, это у меня хорошая работа. Я все сделал. Первый этаж чист. Дальше. Хоббис, кто это? Меня. Цель справа. Чисто. Второй этаж чист. Заложник не найден. Только что я увидел. Давай, давай. Вижу цель. Андерсон, у нас проблема. Заложника держат на мушке. Мы постараемся открыть для тебя боевика. Будь готов. Хорошо. Давай. Ты окружен. Бросай оружие. Я обещаю, мы тебя не тронем, если ты это сделаешь. Положи руки на голову. Да пошел ты, мудила! Думаешь, я тупой? Вы бросаете... На! Заложник спасен. Он в неважном состоянии. Униформ, требуется эвакуация. Ничего раньше. Страшного, выживет. Принято. Вертолет готовится к взлету. Можете навести его по инфракрасному сигналу. Так точно. Все группы молодцы. Келлер, ты со своими людьми охраняешь район и ждешь птичку. Мы также отправляем вам снаряжение и еще два отряда. Андерсон, пойдешь первым и расчистишь путь к отелю. 31-й по рации организует встречу. Выполняю. Отлично справился, Андерсон. Взаимно. Позже еще поговорим. Давай, иди. Лейтенант, как там рельеф? Опять пещеры и утесы. А затем территория базы отдыха. Она хорошо охраняется. О радиопереговорах во время штурма мне ничего не известно. Беспилотник уже над господствующей высотой. Давным-давно? Да, чуть-чуть. Помню, там был молоденький паренек. Еще мальчик. Из Одессы. Когда он бывал в карауле... Из Одессы. Он что, сидел, когда был в карауле? Ну, времена тогда были другие. Никто не хотел там оставаться, и это не была работа на частного заказчика. Всем было наплевать на дисциплину. А мальчик? Ну, да, мальчик. Как-то утром я должен был его менять. Ну? Никого не вижу. Пригните голову. А кого вы должны были видеть? Блин, ну ни хрена себе, ладно. Блин. Взаимно, позже еще поговорим. Лейтенант, как там рельеф? Опять пещеры и утесы, а затем территория базы отдыха. Она хорошо охраняется. О радиопереговорах во время штурма мне ничего не известно. Беспилотник уже над господствующей высотой. Из Одессы. Когда он бывал в карауле, то всегда сидел у большого камня. Он что, сидел, когда был в карауле? Ну, времена тогда были другие. Никто не хотел там оставаться, и это не была работа на частном заказчике. Ну, давай вот здесь вот подождем. А мальчик? Да, мальчик. Как-то утром я должен был его менять. Я нашел его все так же сидящим у камня. Только вот живот у него был весь разворочен. Кошмар. И знаешь, как с ним это случилось? Как? Пуля снайпера. Прицельный выстрел прямо поперек живота. Разодрал ему там все. Тебе не повезло. Просто задница. Так. Снайпер нам всем угрожает каждую секунду. Всегда будь на чеку. А выстрел так услышали. Кишок на коленях. Ты меня что, пугаешь этим? Рассказывай. Может быть, этот снайпер прямо сейчас за нами наблюдает. Так что смотри, не зевай. Хороший рассказ, да.
Я здесь. Вот так вот. Туточки, я туточки. Блин. А вы как там поднялись-то еще? Так быстро еще поднялись-то. Ай-яй-яй-яй-яй, что-то вы меня где-то дурите. Так. О, вон они вы. Ладно. Снова появился у нас на экране Рейзер. Судя по тепловому излучению, за водопадом для тебя есть тропинка. Надо еще попасть за водопад. Да подождите вы. Я вот не вижу его. Вон он. А здесь где он? Ну вообще в упор не вижу. Ай-яй-яй-яй. Блин. Где он? Наверху, да? Так и так не вижу. Так. Вон он. Вот почему он так хорошо меня видел. Снайпер, падла. Ну, блин. Ну, вот. Ну, а что он меня так хорошо видит-то, блин, с какого ракурса-то? А он, оказывается, снайпер еще и на позиции такой, где просматривает все. Пойдем. Куда мне тут? Болото какое-то. Эй, ты! Тебя ждут в лагере. Так. А где сегодня Григор? В лазарете. До сих пор? Да, неделя уже прошла. Так что с ним случилось? Да лень его подвела. Не молодой вроде, а ведет себя. Этот идиот провел 8 лет в Камбодже. И вдруг забыл, весь... Нормально так. 8 лет в Камбодже. Ага, можно было посюда, вот оно. Ну, я вот так выбрал. Что ж теперь? Так, через пещеру доберитесь до южной части базы отдыха. Завершено. Не слыхал? Чего там с той грузинской снарягой? Нет. Тебя, похоже, это не интересует. Я рад, что не попал туда. А все остальное меня не касается. Я советую тебе пораскинуть мозгами. Так. Бог потерял часть своих активов. Нет заложников, нет выкупа. А значит, шансы на то, что нам с тобой не заплатят, еще выше. Да тихо ты. Да блин.
Тихо. На! Фух. О, блин. Какой упорный был. Малыш. Давай, пробегись немножко, пробегись. Я здесь. О, что за румба играет? Ой. Ты под эту музыку сейчас и сдохнешь. Опа. И глаз твой не помог. Юниформ, я нахожусь на балконе виллы. Запрашиваю визуальную разведку зданий к северу. Понял. Данные такие. Патрульный у центрального здания. Вижу. Судя по траектории его движения, тебе лучше дождаться, пока он повернет за угол. На. Нейтрализуй противника у автобуса. Ну тут прямой выстрел. Можешь убрать врага возле пулемета. Так. Одиночная цель у разбитой машины. Ой. Что-то вот напоминает эту русалочку Себастьяна сейчас. Петь начнет. Давай. Смотрю, все нормально, вот ему в грудину прилетело, все. Спускаемся. Нормально. Ну, музыка хорошая была, правда, все в крови там было. Ай-яй-яй-яй. Зачистите район, зачистили. Что бы вот вы без меня делали? Ой. Всем участникам, заложник спасен. Занимаем исходное положение для штурма в километре от отеля. Есть новые данные? Никаких. По данным разведки, главарь наемников в зоне отдыха отеля. Там же и контейнер, который очень хорошо охраняют. Данных о присутствии Калала нет. Андерсон, ты как? Жив и здоров. Подожди, за 40. Двигаюсь ускоренным маршем к площадке. А что 40 метров зачистили? Второй. Примерно в 200 метрах к северу от тебя находится усиленный пост врага. Рекомендую обойти его слева. Понял. Подождите. Я тут не совсем все понимаю, конечно. Усиленный пост. Блин, ничего. Потерпишь. Обойти слева. Прекрасно. Так, ладно, с этим же я справился. Ну, я обойти тут. Че, иди да иди. Так. Ждем. На. Так. Давай. Пойдем. Перезарядим. Так-то легче будет, да? От снайперов, если избавились, один там у воды, у фонтанки. Помер. Помер и фин дэхер с ним. Так. Вот здесь вот он. Только чувствую, что на дереве сидит по карте, если смотреть. Аккуратней. На! Господи, у него в глаз еще такой
Значит, что ты его утаскиваешь? Пусть лежит. Прежде чем что-то делать, убедись, что полностью контролируешь ситуацию. Подожди, пока они разойдутся, и стреляй. Может, дверь какой? Может быть. Так, зачистить район. Да я вроде зачистил, всех убил. Что еще надо? Ну давай. Так, я успел. Красота. Больше препятствий не обнаружено. Можешь выдвигаться на площадку. А вот в здании все совсем наоборот. Ясное дело. Какая прелесть. Только буду на месте. Так. А вот в здании все совсем наоборот. Ну что ж, наоборот так наоборот. Идем, идем. Машины горят. Что ты горишь вот? Блин, кто-то же на тебя еще все приехал среди этих гор и скал. Так, минутку. Нету тут никого. Чертов свет сбил меня с толку. Я не знаю, приятель. Это место... Проходите, проходите. Как что? Это же чертова дыра. Она мне уже плев проела. В сравнении с Сараево, это прямо курорт. Ага. Ты вообще в Африке служил? Нет. Нас подразделением ненадолго отправили в Нигерию. Да, это была приятная война. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Соблюдать скрытность обязательно. Прямо на главный вход направлен пулемет. Юниформ, сообщите положение противника. Прием. Обновляем твою карту. Найдите его! Живо! Так, один остался. Нет, не один. Спрятался. Пути-пути. Так. И как мне здесь быть? Там нету никого. Пулемет лежит. Как мне тут быть. Обновите мне хоть данные-то. Блин, блински. Тихо. Засек врагов. Блин, я так-то первую тебя заметил. Да почему мне опять с этого места-то?
Хоть бы приманка какая была у меня. Убил меня с толку. Я не знаю, приятель. Это место... А что с ним не так? Как что? Да, блин. Это же чертова дыра. Она мне уже плешь проела. Вы мне тоже уже плешь проели. Ага. Ты вообще в Африке служил? Нет. Нас подразделением ненадолго отправили в Нигерию. Да, это было приятно. Блин. Соблюдать скрытность обязательно. Прямо на главный вход направлен пулемет. Юниформ, сообщите положение противника. Прием. Обновляем твою карту. Сейчас. Снимешь часового, и шансы еще больше возрастут. Крыша на один час. Лучше это сделать, когда он у правого края. Кто-нибудь что-то видит? Еще давай. Блин, вот так вот тебе. Так, пистолет на автомат поменять, что ли? Просто из пистолета то тоже хорошо валить. Ну, ни хрена. Блин, блински. Давайте мне данные. Так. Еще. Еще один. Не пойдешь, да? Так, ты раненый, что ли? Так, аптечка, где аптечка-то? На. На. Вот так. Блин. Тяжкие живы, блядь. Ребята. Как с вами трудно. Ай-яй-яй-яй-яй. Патроны-то хоть есть? Патроны, говорю, есть? Говорит 32-й, я добрался до цели невредимым. 31-й тоже на месте, рядом с бухтой главного комплекса. Что показывает наблюдение с воздуха? Покупателя все не видать. Думаешь, наш радикал-островитянин струсил? Вряд ли. Возможно, трудности в пути. Этот человек много сил положил, чтобы подняться в рядах Абу Саяф. Он появится. Нужно только подождать. Все? Всем рейзерам. Видим машину. Приближается к отелю с западной стороны. Гражданский седан. Будет через 20 минут. Вот оно.
Всем приготовиться. Андерсон, мы на скале, расположенной примерно в 100 метрах от судна. Видишь нас? А откуда? Так точно вижу вас. Перекличка. Два противника на причале, еще двое у прожекторов на яхте. Да, вижу. Когда погаснет свет, убей одного из тех, что на причале. Там клумба. Тел не будет видно, а звук выстрела заглушит сильный ветер. Принято. Так, ладно. Готов. Снимем их одновременно. Ты берешь того, что слева. Давай. На. Как два пальца. Да. Пока все хорошо. Сначала люди на яхте, потом прожектора. Понял, я разберусь. Неплохо. Отличный выстрел. Принято. Хороший выстрел. Так. Трейсер, внимание. Перезаряжаю. Враг спрыгнул с палубы. Не дай ему добраться туда, где лежат тела. Хорошо. Чисто. Ладно, приближаюсь к лодке. За берегом наблюдает патруль. Того, что находится выше, надо снять первым. Нормально. Теперь займись другим. Ой, этому-то вообще не повезло. Неплохо. У нас на причале влюбленная парочка. Стреляй в лысого, я возьму на себя его дружка. На. Район чист. Все я сделал для вас. Коул, погаси огни на причале, чтобы скрыть тела. Неплохо. Отличная работа. Попробуем переждать. Ну, я могу вот стрелять. Так, они развертываются. Совсем немного. Погоди немного. Да я жду. Давайте быстрее решайте. Хорошо. Один надежно укрыт скалами. Можешь беспокойственно его прикончить. Убийство подтверждаю. Следующий тот хреноплет у машины. Последний на пляже. На. Да куда ты побежал? Готово. Суши, у нас все нормально. Суши. Принято. Отряд уже заходит. Юниформ, что там на вилле? Это место просто кишит врагами. Лобовую атаку не рекомендую. Мы обнаружили у деревянных колонн что-то похожее на центральный блок переключателей. Андерсон, у тебя прибор ночного видения. Если врубишь эту штуку, 31-й получит большое преимущество. Да, мне нравится. Что скажешь, поддержка? Вот так. Ждем, когда вы начнете, Рейзер 32. Может, тебе лучше использовать ночную оптику? Ну? Блин. И что, мне одному гасить их? Да нет. Во. Твою мать. Огонь, прекращать, вперед! Давай! На. Все? Или где-то еще что-то есть? Вот он. На. Нас обнаружили. Подожди. Блин. Давай-ка еще разок. Готово. Суша, у нас все нормально. Принято. Отряд уже заходит. Юниформ, что там на вилле? Это место просто кишит врагами. Лобовую атаку не рекомендую. Мы
обнаружили у деревянных колонн что-то похожее на центральный блок переключателей. Андерсон, у тебя прибор ночного видения. Если врубишь эту штуку, 31-й получит большое преимущество. Да, мне нравится. Что скажешь, поддержка? Так, я только за. Подожди ты. На. Но не прекращать, вперед! Давай, давай, давай! На. Путь чист. Блин, всех отстрелял. Хорошая работа. Идем. Униформа до Рейзер 33. Мы приближаемся к цели, как слышите. Вас понял. Действуем согласно плану. Да, действуйте, действуйте. Мне спасибо скажите, что я такой крутой у вас оказался. Кто-кто в тачке живет? Главный русский появился в поле зрения. Приоритетная цель. Не убег. Сейчас завалитесь нахрен, поди здесь. Я не ошибся? Это Меринов. Какого... Что здесь делает Меринов? Наш старый друг, кажется, очень прилично поднялся. Ты знал об этом? Скорее, предчувствовал. Недавно до меня дошли слухи, что Меринов снова всплыл и теперь заправляет незаконной торговлей оружием. Когда мне сказали, что никому неизвестный русский жулик ищет покупателя на краденый вирус, я не стал долго гадать, кто он. Я его убью, Диас. Господи, помоги. Ты хотел сказать, мы его убьем, капитан. Как думаешь, почему я просил поручить это задание именно тебе? Что-то здесь не так. Они знают, что мы здесь. Вот так вот. Говорю же, завалят вас нахрен. Сдали вас. Готов. Гомес, справа. Я цел. Вражеский снайпер. Не вижу ни хрена. Не вижу. Укрытие. Подожди. Давай, давай, давай! Цель наверху, снимите его! Он готов! Ну ты как так бегаешь-то? Перезаряжайся. Нормально? Готовы? Блин, успел я, нет? Помог вам? Отходим! Давай! Что-то вы не отличаетесь от... От террористов-то. Так, такая же экипировка. На. Черт. Ну вот так. Возникли осложнения. Диас и Николс были захвачены противником. Повторяю, наши люди в опасности. Я целюсь в водителя. Андерсон, отставить. Контейнер с чертовым патогеном опять ускользнет от нас. Такой прокол не случится, слово даю. А что бы то ни стало, перехватите Меринова. Наших людей, видимо, везут в том же направлении, так что если хотите увидеть их живыми, пошевеливайтесь. Слышите меня? Понял. Слышу, слышу. Сэр.
Что-то мне кажется, ты предатель там. Сдал нас. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, увидимся в следующем видео. Пока.